забываем, друзья, про зазоры. Поэтому, друзья, кровля — это очень важная часть дома. Dragon Premium, цвет ежевика. Друзья, всем привет! Вы снова на нашем YouTube-канале «Стройка». Тима, поздоровайся. Во. Где мы показываем строительство наших объектов. Все этапы поэтапно, можно так сказать. Здесь, кто смотрел предыдущий ролик, у нас стропильная система уже готова. А сейчас для вас пройдет одно мгновение, для нас пройдет, я думаю, дня 4-5. И здесь уже будут набиты ОСБ-плиты, набита обрешетка. И будем начинать устройство мягкой черепицы. Поэтому пристегивайтесь, друзья. Погнали! Ну что, как и говорил, все делается у нас очень быстро. Ну, может быть, не прям очень быстро, как вам кажется, на камеру. И в ролике. Что, пойдем покажем, что там у нас. Да, и, кстати, у нас новая камера 4К. Сейчас Саша подойдет поближе или с другой стороны. И вы увидите, какой красивый кирпич как переливается. Красота. Лайк. Лайк обязательно поставить, за такой кирпич надо. А сейчас что, наверх поднимемся, покажем вам, что у нас там творится, что происходит, как ребята уже покрывают мягкой кровлей. Саша, полезешь с нами? Смотрите, видите, какая красота получается. Все четко, аккуратно, с соблюдением всех технологий. Про технологии мы сейчас расскажем подробнее. Вон, Джамшед, поздоровайся с нашими подписчиками. Здоровцы. Парни, как всегда, все делают очень аккуратно, быстро, качественно. К работе, в принципе, претензий никаких, никаких вопросов. Все абсолютно по технологии. Ни про что не забываем. Как вы видите, у нас крыша, скажем так, сложной конфигурации, сколько коньков, гиндовых и так далее. Вот, ну, в принципе, в проекте все было разложено, ребята с деревяшками дружат, сделали быстро, и получилось все очень красиво. Уже по краям, давайте по технологии, пробит капельник у нас. Где там покажешь? А я показывал. Показывал. Ничего. Соответственно, капельник на мастику. Дальше после капельника укладываем подкладочный ковер. Ковер у нас технониколевский. Прилипает к ногам. Да. Он самоклеящийся. На две стороны. То есть, ну вот лента липкая, если вы видите. И плюс гвоздями. И дальше уже у нас идет вот такая классная черепица. Это называется у нас Дёке Премиум. Дёке Премиум. Драгон ежевика. По-моему, так. Да. Цвет ежевика. Не знаю, почему ежевика, но он практически черный. Ну, опять же, в стиле фасада. Фасад черный, крыши черные, но свесы будут. А потом сами увидите, какие будут. Поэтому не забываем подписываться, ребят. Кто не подписался еще. Выходы. Их у нас 7 или 8 штук, по-моему. 8 штук. Уже один поставили. Да, они бывают разных типов. Есть, которые ставятся на черепицу, а есть, которые под черепицу. Ну, соответственно, вот эти, они более смотрятся аккуратнее, потому что нет вот этого нижнего колпака юбки. И правильный монтаж под черепицу. Ну еще раз скажи, где у нас зазоры. У нас это же не все, то есть не зазоры, а, ну да, вент, вентиляция. Вот, смотрите, вот здесь конек, зазор. Вот с той стороны конек, вот длинный конек. И здесь еще один. И здесь. Это сделано для того, чтобы была правильная вентиляция. В этих местах мы поставим специальные вентиляционные коньки. Они пластиковые. Ну вот как можно на соседней крыше посмотреть. Вот, да, там то же самое. И сверху уже будет коньковая черепица. Дополнительно по скатам у нас идут скатные аэраторы, которые будут дополнительно способствовать вентиляции кровли. И, соответственно, в общем, все будет по технологии. Вот здесь даже чувствуется, как тянется теплый воздух. На кровлю обязательно ОСБ, она с маркировкой идет 3 ОСБ, 3 ОСБ плиты, влагостойкие. Они вот видите, они вот с такой синей маркировкой на торцах. Не забываем, друзья, про зазоры, так как при погодных условиях
температурных. Потому что плиту УСБ — это же все-таки дерево, хоть и щепками, но оно имеет свойство расширяться немножко, поэтому зазоры обязательно, иначе крыша пойдет волнами. Кстати, вот живой пример вам, где-то в чем-то нарушена технология. Ну и в принципе там и ковра не видно. Ну да, там походу просто она прибита как-то, не знаю. Почему она правда отвалилась? Без ковра, да, и ну как бы вот. Без ковра, без гвоздей, наверное, просто может прилепили. Или приклеили. Поэтому, друзья, кровля — это очень важная часть дома, можно так сказать. И нужно ее доверить специалистам. Если не знаете эту работу, то лучше самостроем не заниматься. Ну, либо переделки, за которые заплатить потом придется в два раза больше, чем эта кровля обойдется изначально. Правильно, Джамшет? Правильно. И обратите внимание, как ребята работают. Вот начали кровлю набивать только вчера, а уже третья часть крыши застелена. Да, ну, и площадь. Часть, что ты? Десятая, наверное. Ну почему десятая? Да? Вот та сторона тоже забита. А, не, не забита. Не, ну чуть дай, чуть-чуть подсбрехать, можно же немножко. И, кстати, площадь-то здесь не маленькая. Сколько здесь? Ну, порядка 380 квадратных метров. Площадь огромная. Ну и крыша будет, вот эта кровля сама смотреться. Мне кажется, отлично. То, что цвет вот этот темный в сочетании с домом, с кирпичом. А окна какого цвета, не помнишь ты у нас тут? По-любому будет ламинированный, темного, черного цвета. Кстати, ребят, у нас на канале есть очень много коротких видео, которые называются шорцы. И мы их очень-очень много снимаем и часто выкладываем на нашем канале. Практически каждый день по несколько штук. Как это все снимается? Вот так вот. А ну вот, кстати, ребят, как называется мягкая черепица наша. Dragon Premium, цвет ежевика. Производитель. Что у нас? Дёки. Это не реклама. Хотя можно у Дёки попросить, да, пару рублей. Рекламируем их. Высокий стандарт. Dragon — это дракон. Причем черепица, как вы видите, двухслойная. Никаких стартовых планок под нее не нужно. Да, хорошая, тяжелая черепица. Качество. Качество — огонь. Ну, в принципе, как у нас все наши материалы на наших объектах. Правильно, Иван? И все наши объекты в целом. Потому что это не даст соврать. Они, ребята, делают все очень качественно. Очень. Ну что, надеемся, вам наш сегодняшний обзор и в целом ролик понравился. Кому было интересно, друзья, и поучительно, ставим лайки. А, все, понял. Кому не интересно, ставьте дизлайки, они все равно считаются так же, как и лайки Ютубу. Что, наверное, всем хорошего настроения тогда, всем удачи, всем пока. Да. Счастливо. Джамшет? Счастливо. После съемок уже еле-еле ползешь, да? Да. Давай лезь, что ты. И вот так вот каждый день, ребята, эти съемки, все для вас. Ты знаешь, наверх было это, полегче. Залазить на низ что-то страшно, спускаться.